Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел поговорить о том, как правильно обрезать лист на ваших растениях. Когда у вас растение находится в таком облиственном состоянии, появляется очень большой риск того, что у вас начнутся стволовые гнили, серая, белая гниль, вследствие чего вы можете потерять ваши плоды и урожай. Поэтому сколько людей, столько и мнений, но хотел поделиться, как я провожу обрезку листьев на своих растениях. Сначала хотел рассказать, что на налив одной кисти работают три листа. Один сверху и два снизу. То есть вот у нас один, два снизу и один сверху. И один сверху лист. Таким образом, мы начинаем обрезать листья снизу и оставляем под нашей первой кистью два листа. Следующим мы прорежаем между первой и второй. Мы убираем средний лист, оставляя один сверху и один снизу второй кисти. Таким образом, мы повторяем между второй и третьей кистью. И на остальных листьях мы убираем по пол листа. Вот таким образом мы можем видеть, что наше растение стало достаточно открытое. То есть это улучшит проветривание в наших теплицах. Вы избежите шансов подхватить серую, белую гниль и получите хороший урожай. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, замечания, можете писать в комментариях. Буду рад на них ответить. Спасибо, до свидания.